Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний... Сесть надо на кого? В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. На жабочки. ...могут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды... Ауры поставьте на огонь, броню, переключение. Твои чудовища не начинают. Кого напуливать? ДК первый танчит. Да, ДК первый танчит. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Гендаль, выходи с лужи. Идите за лужами. Войд можешь забирать. Рабочий, выйди с лужи. Клонский, забирай босса. И что? Убейте слабо. Вы... Сложно убить. Танти, за спину звездочки. За спину звездочки следите за крюком. Играем по очереди. Так, Куклонский лево забрал. Танчи, дай свист сначала. Проведи дальше, моба. Проведи дальше. И к стене его поверни. Еще дальше не дал. Не, нормально. Ну, отвернутый. Лужа. Сейчас будет плевок. Или зона в желчи. Еще один плевок. Забавно. Никто не умер. Давайте все присты гимномана. Гендаль там гимномана. Норка. Лужа, мелики, лужа. Куда ты в лужу ведешь? Там же лужа. Она пропадает. Да. Ауру огня поменяйте на ауру льда. Ледяной рёв! Сражайтесь или погибнете, герои! Смотрите, сейчас откинет. С центра отведи его. Иди с центра. Да, да, да.
Забавно. Стрикки у него пятки. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Перерода. Так, можешь мне дать щит? То у меня все шмотки есть на танк, а щита вообще никакого нет. Блин, все ж. Теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Чит. Пикайся в Дэйс Фис. Ага, получи! Да не считали. О, спасибо. Теперь могу варом танчить. На ренджу нормально встаньте, слева справа не ставите. А, на Рексис заслужил следующего года. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое тёмное... Престей, диспельте с Джаракшус магию. Убивайте каст. Да, еще надо здесь полить с танка магию. Давайте в два врата играем. Dream Chief, выйди с рейда. Магия без полезноса. Верок, метка. Вулкан сейчас будет. Играем все в вулкан. Магию диспельте с босса. Гендаль, давай гимн архил. Дорожка скверная убила. Дорожка скверная. Не на ту дорожку ты пошел. Тут этот желтая лужа. Не знаю, откуда дорожка скверная называется. Да нет, походу не она. Это могу. Там и АОЕ была, и каст босса. Там все было. Дорожки вообще не было, вот этот вот желтый. Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. Твое лицо, когда утешение падает, когда ты, блядь, на миске и котец. Теперь вас ждет новый противник. Чем где утешение от Нардру? Тогда как триня сове. Колба сове. Да, бесполезно? Ваша смерть будет быстрой. Конечно, бесполезно. Нужна помощь повелителя демонов. Ну да, в принципе, я проблем не видел с маной. Тише! Успокойся! Сразу можешь кинуть мне утешение. Блин, ты там шаманом только на анбафе нужна и все по сути. На лече. Турнир
Утешение надо? Это мне тоже бы надо было. Посмотрел. Я бы там написал. Отлично. Там будешь хилить следующая целка. Лерес тоже. Ну да изи, следующая целка не иду. Давай. Смотрим. Спасибо за гильдию. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Тотема уберите. Вы заслужите достойную награду. Кстати, можно 10 оп сходить, как раз бы следующая целка. Они пытались нас оклеветать. Ты слышал, что он сказал следующие. Тирион, все следующие. Моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Придет время, я попрошу спекнуться в хила. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью! Это вообще неопределенно. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! То есть Фис Танчирогу, Войд Танчивара, Поклонский Танчидыка. О, еще есть танка спеки. Ханта надо поконтролить. Адовый спек, если будешь контролить ханта. Мне звездочку потом. Жук. На пол. Варенька, Ваня. Ладно, пошли без него, играем в звездочку. Косты сбиваем везде. И что там еще? Вот я ворую из босса, которого было. Беги, малышка, беги! Видели, я встал, и меня эта чародейская стрела же и добила, когда я вставал. Капец. Звезду добили, там что-то не вижу. Шрога в рейде. Шаков тоже в рейде, убегать от него. Ну, поконтрольте, есть жабы. Так Шаков хил, а шабат же скоро нет. А, нет, это вообще вар-вар-вар, да. Играйте кружок, потом квадрат, хильте сами. Думаю, что мы. Верните, что ли, мобов, он сова стоит, бьет этого ханта. Можно стан дать, фир. Вот этого дурака тоже контролить надо. Поклонский, смотри, как я умею. Успальте щит. Видал, видал? Я умею двигать мобов. Я пока не могу использовать. Сейчас. Прикольно, да? Я пока не могу использовать мою способность. Надо подождать. Ты типа бычишься на него такой. Добивайте ему боссов с метками. Сагрил моего. Давайте там луна еще есть. Смачно. Сундук только не лутать. Я сейчас выснусь.
Лича так смачно проходит. Какой вам звук завара больше нравится? Мощного удара щитом или кровожадности? Вот который по мувикам у тебя секси такой. Че это у тебя там хоть прокает, что так настроено? Это истерия, когда на кого-то кидают, он так вот орёт. Наших мобов забрать. Двигаем их нахуй. Долго там еще? Ничего, три моба. Три, я повел его, ёбаный в рот. Смотрите, их трех уже так зарьем. Я веду его в центр, сам не трогаю. Ты что делаешь, безумец? Жаба читает. Третьего когда? Да, вроде. Третий раз было. Третий слот, да? Вчера вроде не было, нет? Вчера я собрал. И ушел. Заходи. Собирал его и трейдил, по-моему. Сегодняшних потерь... Кажется. Как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великий воин, и ради чего? Кофей. Еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Злой друг. Вы знаете персонажа злой друг? Был в гильдии. Был в гильдии? У всех, по-моему, в гильдиях был. Не транслитом, а русскими. Не. Чё, запускаем? Нет. Слишком много провов. ДД. Пикайтесь обратно в ДД все. Теперь можно запустить. Как дела? Всего хорошо. Да, можно. Пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны. Ой, столько топ-трапа. Воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Третий темный портал. Так, Войт, светлую вальку, Окунский, темную вальку. Чек. Пускай. Интересно. Способность скоро.
танки, прожимайтесь, на вас дебаф висит. Получаемый урон увеличивается на 30, 25, 20%. Ползки, прожми что-то. Просто способность. Взяли светлый портал. Темную варку надо слить быстренько. Бить щит надо, главное. Надо возле темного портала. Хилишь, Эли, ты хорошо хилишь. По своему пейсу. Мы примем любой вызов. Я там запустил орех. Вот сейчас я заберу вещи. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесценные герои серебряного авангарда. О. Ледяной короны и разнесем в клочья остатки. Дело надо, Клэптрап. Мы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой бездумно построили свои дома. Мои души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Где есть люди, которые еще ходят в склеп? Куда? Аула сейчас наши. Знаете? Ну, надо из инста выйти, посмотреть на баф. Если баф Ола висит, то... Я понимаю, он что-то помнит. Вафил. Танешь потом. Не наш. Давайте. Я природу поставлю. Бафайте ДК и начинаем. Найс Фриз, давай обратно в танка. Давай, ты будешь танчить босса, а Вой, ты поклонский трэш. Проще всего. Без тимбал еще дайте и лапу по ПК. Залейте и на звездочки. Я начинаю с Фриз. Еще одни помощники. Ой, обводите только от лужи. Он будет долго идти по лужам. Хватит, в трэш играем. Сейчас закапывание будет через 5 секунд. Как и обещал, господин.
Ого, у норки 80 п. Откуда? 40 ЕП. Ты нас устратил, валя. Ну сал, давай гимноману. Гентимон. Где? Следенки с 30 ПР. Самый высокий ПР. Давайте последний трэш, потом переводим босса. Угу. Ладно. Давайте в трэш играем. Дал чешку. Или хиль танка. Уклонский, давай саку. Бля, танки пошли. Ребят, я не успеваю хилить троих танков сразу. Плюс какой-то. Трофей. Ладно, спасибо, удачки. Приходите завтра в рейд. А на 8 часов приходите. Как обычно, понедельник легкие рейды. Да, зато в пятницу полная жопа. Так, это надо клейп трек.